Dollar bought a brand new Porsche. Cam did too. Cam did too. Dollar bought a brand new Porsche. Cam did too. Cam did too. Dollar met a bitch on tour. Cam did too. Cam did too. Dollar met a meal on tour. Cam did too. Cam did too. Здорово всем, друзья, с вами Мистер Чири, у нас сегодня, может быть, решающие игры, а может быть и игра, если мы выиграем первую же игру на выезде, и мы сразу же попадем в одну-вторую конференции. Почему? Одна четвертая у меня написана, потому что везде считается конференция, а потом финал Кубка Стэнли. Ну, я думаю, многие это понимают, есть люди, которые пишут в комментариях, что это не так, кто-то пишет мне даже в сообщениях в ВК, что ты какой, ты 1/4, это 1/8, это 1/4 конференции, которую мы играем, и обычно так и пишут, 1/4 конференции, потом 1/2, финал конференции и финал Кубка Стэнли. Поэтому, друзья, я думаю, вы все поняли, ну а у нас, может быть, последняя игра с Питтсбургом. Полетели. Отлично завершились наши две игры дома, но посмотрите, у Питтсбурга поддержка болельщиков просто шикарная. Я не знаю, почему у нас нету такой поддержки, как у них, но у Питтсбурга поддержка прям замечательная, что доказывает, что пацаны, точнее болельщики, верят в свою команду, а команда подпитывается всей энергией. Штанга выручает нас всей энергией болельщиков. Бросок Панарина не достается вратарю. Это шайба. Пока оба голкипера без работы. Удаление. Ну а сейчас Мюррей как раз таки поймет, что такое работа. Оставляют Римсдейка одного на пятаке. Римсдейк мог сейчас забрасывать. Мюррей. Римсдейк опять же бросает. Ну, моменты есть. Моменты есть, моменты создаются. Когда моменты создаются, есть возможности забросить. Выигранное вбрасывание. Ну и Тивара. Аткинсон. Ну и Тивара. Пас на Дюбо доходит. Обратно возвращает. Ну здесь Дюбо опять оставили. Ну, красиво разыграли. Красивый розыгрыш. Первый мы открываем счет. Реализовываем большинство. Два игрока находилось сейчас на пятаке просто свободными. Никто их не крыл. Давайте посмотрим на повторе. Дюбо красавчик. Хэмилтон, оказывается, был удален. Смотрим. Ну как? Мата вообще где-то был в километре от пятака. Мюррею было сложно брать эту шайбу. Отличное начало. Реализация большинства, открытый счет. И можно сказать, что пока этот гол нас выводит в 1/2 конференции. Вроде как это спронг. Накрывается. Закрывается. Прострел! Венберг мог сейчас выводить нашу команду в двойное преимущество. Не получилось. Хорнквист. Быстрая атака Питтсбурга. Перехватывается Панарин. Эх, не решился он сейчас убегать. Артемий. Брассард. Передача на Ватсона. Ватсон. Шайба у нас. Ватсон вошел в зону. Хэмилтон мимо ворот. Кросби. Быструю атаку. Летит команда. Овечкин. Хорошая передача на Панарина в ближний угол. Голкипер. Панарин. Панарин вкатил в зону. Последние секунды уже пикают, тикают. Овечкин с развороту добить. Нет. Заканчивается первый период. Ведем 1-0. 7-3 по броскам. Ну да, три броска все же по нашим воротам было. Наши пацаны хорошо контролируют ситуацию, блокируют броски. Многие броски Питтсбурга просто до ворот не доходят. Панарин. Панарин сам крутит, вертит. Стал, просто ждет, кто на него позарится. Шайба у него. Артемий выкатывает. Думал, будет передача на пятак. Нет. Мюррей. Мюррей. Мюррей по Мюррею. Попадает в защитников. Кросби на Кейсела. Кейсел. Передача. А мы здесь спокойненько выручаем свою команду. Питтсбург пока меняется. Как можно было сейчас Малкина пустить? Закрыли.
пропихнули эту шайбу. Честно, я думал, что шайба где-то у нас, поэтому я не садился на колени, на щитки. Кейсел забрасывает, да, или кто-то, Хорнквист. Обидно, 1-1. Не должны были пропускать эту шайбу. Хорнквист забрасывает. Смотрим на повторе. Оп. И в домик. Обидный пропуск. Мы вели всю игру и пропустили. Но здесь мой косяк, который я должен был решать. Евгений, передача на Кейсела. Кейсел. Отбиваем. Закрываем. Тофали вошел в зону. Будет бросать, да, просто в голкипера. Ничего опасного не сделал. Александр. Передача Панарину. Доходит. Овечкин. Макнейп. Овечкин бросок. Мюррей как сместился из ворот. Можно сказать, потерял ворота. Обычно это делаю я, но здесь так сыграл Мюррей. Ватсон. Брассард. Отбиваем. Брассард. Ватсон. Хорошо. Хамоник сыграл. Аткинсон. Последние 10 секунд пикают. Аткинсон шайбой. Последние секунды. Бросок. Поставленная клюшка. Шайба у Мюррея. 2-1 до конца второго периода. Счет 1-1. Я думаю, счет уже не изменится. И все будет решаться в третьем периоде. Обидная шайба залетает по нашим воротам. Не хотелось бы, конечно, ее пропускать. 12-10. Сравнялись по броскам. Ну и третий период, который решит исход этой игры. Исход противостояния, может быть. Панарин. Ну это драка. Это должны биться, потому что Панарин получает травму. Друзья, это травма Артемия. Ну как же так-то? Уводят Панарина в раздевалку. Ну и это огромный минус для нас в плей-офф, если будет серьезная травма. Да и в этой игре это потеря огромная. Хэмилтон мимо ворот. Удаление. За 17:41 удаление нашей команды. 2 минуты есть у Питтсбурга на реализацию большинства. Проиграем вбрасывание. Кейселу не дали бросить. Что такое? Свисток? Сейчас я немножко не понял, что произошло. Вбрасывание у ворот наших. Окей. Я этому даже рад. Потому что шайба все-таки зашла в ворота. Опасно играет Питтсбург. Каждая передача может закончиться хорошим броском. Вот, например, сейчас. Шайба даже не вышла, кстати, там. Кросби ловим. Бьёркстранд там вроде именно он был. Закрываем. Хэмилтон. Взяли. Хорошо. Спронг выкатывает. Взяли. Отдаю. Дюбо вперед. Молодец. Все. Опа! Вот это подставленная клюшка была. Отбиваем. Блин, опасные моменты Питтсбург создает. Нужно срочно нам забрасывать. Дюбо. Гримсдейк в ближний угол. Гримсдейк передачу не успевает отдать. Дюбо. Передача на синюю. Есть щелчок. Веренский. Гримсдейк. Отбор. Молодец. Передача. Подбивают клюшку. Да как эта шайба доходит до него? Выгодное вбрасывание. Жесткий силовой. Шайба у нас. Кречи. Борис. Бросок. Добить. Нет. Мешают защитники. Тоффоли. Пас на синюю. Там некому сыграть. И сейчас Вилсон полетит вперед. Отбиваем. Хорошо. Бьёркстранд. А, Тоффоли у нас сейчас в этом звене из-за того, что Панарин же травмирован. Закрываем, блин. Ненавижу.
это. Будет бросать. Кейсел. Где шайба? Отдаю. Дюбо. Аткинсон. Бросок. Шайба у Мюрре. 18-4 до конца третьего периода. Ушла шайба за ворота. Шайба достанется Питтсбургу. Последние секунды пикают. Тикают. Пиликают. Хэмилтон наброс. Малкин. Ух ты! Отбиваем. Овертайм. А вы знаете, да, что такое овертайм? Когда ты играешь в плей-офф. Бесконечный овертайм. Любой бросок — это, возможно, поражение, удаление в овертайме. И, кажись, это может быть похоронное удаление. Аккуратно. Отбиваем. Да выбросить шайбу. 5-3. О, боги. Проиграем вбрасывание. Хорнквист. Минуту 22. Нам нужно держаться хотя бы. Главное не идти далеко в прессинг. Остаться где-то в синей зоне. Там уже отыграть от атаки соперника. Круг, не дают бросить. Ух ты! Дюбо, забери, выброси. Хорош. Почему? Почему игрок завис? Ну что за херня? Счет в серии 2-3. Посмотрим на повторе. Как я понимаю, игрок сейчас завис, потому что он автоматически пытался выбить эту шайбу, да? Давайте посмотрим на повторе. Автоматическую анимацию. Берите, пожалуйста, автоматическую анимацию. Да, это автоматическая анимация. Выигрывает Питтсбург. 2-3. Спасибо за удаление. Спасибо за 5-3 в овертайме. Только наши парни могут такое сделать. 17-26 по броскам. Проигрываем. Ну, во вторую игру погнали. Погнали играть вторую игру. Ну что, вторая игра уже дома. Ну, при своих трибунах мы должны выигрывать и делать так, чтобы команда уже прошла наконец-таки во, ну, вторую. Полетели. Погнали, друзья. Погнали. Проигрываем вбрасывание. Но, надеюсь, не игру. Аткинсон в звене нашем. Первым сегодня играет. Ловим эту шайбу. Давайте, трибуны, давайте, давайте. Ну вот, уже трибуны полные наших ребят. Это радует. Нету болельщиков Питтсбурга. Точнее, болельщики Питтсбурга есть, но не так, как они присутствовали на первых двух играх дома наших. Спронг. Вошел в зону. Вообще, эту игру мы должны доводить до победы. Да и прошлую должны были доводить, если бы не удаление и не тот гол, который сравнял счет. Римсдейк. Хэмилтон. Бросок. Ловим. Отдаю. Ватсон. Хороший пас. Брассард. Ух ты. Хамоник, входи, входи, входи в зону. Макнейп. Защитники в атаке. Хамоник, бросок. Ух, защитник помог сейчас Мюррею. Хамоник, можно право отдать. Хорошо, Крейчи. Крейчи, бросок. Ну, легкий бросок для голкипера. Можно было поопаснее в дальний угол вымереть и бросить. Кейсел. Литенг. Вот это бросок. 1-0. Крис Лейтенк. Дальний бросок оказался
Сейчас голевым открыл я угол. И пропустил. Не получается ничего в атаке. Это пугает меня. Кросби. Остается шайба. Передача на Хэмилтона. Бросок на... у нас шайба. Римсдейк. Римсдейк. Римсдейк мимо ворот. Задумка была хорошая. Последние секунды первого периода уже пошли. Малкин будет бросать. Есть бросок из-под защитника. Ну и первый период с большой доминацией Питтсбурга. 9-2 по броскам. Мы уступаем 1-0. Вот так вот. Нужно поджимать. Питтсбург почувствовал кровь. Питтсбург почувствовал счет в серии 3-2. Ну и готов сравнивать его. Делать 3-3. Хотелось бы, конечно, уже закончить серию. Но я смотрю, Питтсбург прям вцепился. Аткинсон, передача Овечкин. Шайба в воротах 1-1. Овечкин забрасывает уже пятую шайбу в плей-офф. С передачи Аткинсона. Аткинсон полностью сейчас заменил Панарина. Отдал голевую. Хорош Овечкин. В дальний угол. Уже парочку таких шайб могли залететь за эти две игры, но только Овечкин попал хорошо. Отлично. Литенг. Я уже боюсь его. Шайба у нас. Проигрываем выбрасывание. Хэмилтон. Он, кстати, мог бросить. Хэмилтон бросает. Отдаю. Питтсбург в атаке. Литенг, бросок. У нас шайба. Дюбо. Дюбо. Бросок. Ух, какой отскок. Если бы сейчас Бьёркстранд успел забрать. Мюррей. Литенг. Шайба у нас. Отдаю. Выиграли вбрасывание. Макней, бросок понизу. Еще один бросок. Мюррей. Все пошло не по плану. Кейсел. Сразу же два игрока в нашей синей зоне. Но они пытались эту шайбу отжать. 12 сейвов у нас. Значит, 13-14 бросков. Ой, блин, нифига себе. Где? Как она залезла? Ну как? Ну серьезно. Два один. Домик не успел закрыть. Ой, бляха. Муха. Ненавижу, я еще раз повторюсь. Ненавижу эти выкаты. Почему Финберг его просто оставил? Как же нам сложно дается эта игра. Я такие шайбы пропускаю. Кросби. Да идите вы в жопу. Спронг. Ой, Хорнквист закрыл. Шайба отлетела вообще куда-то. В километр. Аткинсон. Вся надежда на первое звено. Малкин отобрал шайбу на синей линии. Просто втроем сейчас летел Питтсбург в атаку. Римсдейк зачем-то сейчас бросил шайбу. Хотя мог неплохую атаку начать. Взяли. Передача обратно, вверх добить! Да почему? Ну Хэмилтон, зачем? Кросби. Закрыли низ. Ну и конец второго периода. Проигрываем 2-1. После моей ошибки. 19-8 по броскам. Офигеть, они нас переигрывают. Офигеть. Два раза. Но это не должно быть так. Нужно нам уже закончить. Мюррей. Аткинсон, Овечкин. Как сложно нам забирать эту шайбу и как легко с ней расстаемся. Кейсел, передача. Шайба перед нами куда-то отскакивает. Где шайба? Литенг.
Александр. Пас обратный. Венберга встречают. Венберг ближний угол. Шайба у Аткинсона. Нет, у Малкина. Нет у Аткинсона. Нет у Малкина. Успевает Хорнквисту отдать Малкин. Хорнквист. Выкатил. Не дали бросить. Еще бросок. Хорошо, сейчас можно было на добивание попробовать сыграть, но никого не было на пятаке. Римсдейк. Бросок. Клюшка ломается. Передача коньком. Добить. Шайба в воротах. Шайба в воротах. Это был Бьоркстранд. Хорош. 2-2. В дальний угол. От штанги. Отлично. Первый гол Бьоркстранда в плей-офф. Посмотрим, как эта шайба забрасывалась. Но здесь также ошибся Мюррей, как и мы ошиблись. Так что 1-1 по ошибкам. Римсдейк даже со сломанной клюшкой отдал передачу на Дюбо. И Дюбо дальше продлил на Бьоркстранда. И шайба в воротах. Отлично! Главное сейчас не упустить то, что мы сделали. Шайба под Мюрреем. Кейсел. Спронг. Штанга. Блин. Как же Питтсбург играет последние две игры. Просто жесть. Кейсел. Кейсел с шайбой. Так как вы его пускаете-то? Кейсел. Отобрать. И Овечкин убежать. Не хватит скорости сейчас Александру. Развернулся. Бросил. Мюррей. Шайба у Дюбо. Аткинсон. Веренски. Передача Римсдейку. Веренски. Мюррей на Дюбо. Ошибка. И Хорнквист один в один сейчас будет уходить. Будет передачу отдавать. Ну как? Как она прошла туда? Она еще и от меня залетела. Да серьезно. Просто все против нас. С жопой. Нет, коньком. Он вообще мимо бросал. Остается всего лишь 4,5 минуты на то, чтобы сравнять счет. Получится это у наших парней или нет? Вот в чем вопрос. Венберг. Овечкин. Последняя минута пошла. Овечкин. Мюррей. Я уже готов уходить. Можно меня сейчас брать тайм-аут и убирать. Проигрываем выбрасывание. Овечкин. Молодец. А все, убегаю. Убегаю. Венберг. Мог сейчас там забросить, я понял. Я видел. Бросок! Аткинсон. 39 секунд. Что у нас там по оценкам? Ну, оценки-то хорошие. А толку от этих оценок? Пустые ворота. Проигранное вбрасывание. Забрать эту шайбу. Гребаную, все. Нет. Оторопился игрок Питтсбурга. Получит еще одну атаку на свои ворота. Овечкин на Тоффоле. Тоффоле. Передача Овечкину. Что творит Мюррей сейчас? Ну же, отобрать. Отобрать шайбу. Ну почему вы его так пускаете? Все. Нет. Офигеть, последние 10 секунд. Аткинсон. Бросок. Голкипер Мюррей. 1-6. Все. 3-3 в счет серии. Отправляемся мы вновь на арену. Питтсбургу. Будем выяснять там, кто из нас достоин
пройти дальше. Два поражения подряд. Я так радовался предыдущей серии, то, что мы смогли счет серии сделать 3-1, но здесь уже ничего не смогли поделать с натиском Питтсбурга. Увидимся с вами уже в решающей последней встрече. Там я не буду делать монтаж, там мы просто сделаем серию без нарезки. Все-таки единственный матч, нужно его показать полностью. Но увидимся уже завтра. Спасибо за просмотр. Пока-пока-пока.